Всем привет! Привет! С вами XMM, и сегодня мы делаем реакцию на группу, которую нам посоветовали. Группа называется One Us. И давайте познакомимся с ребятами. Ну, давайте. Вы готовы? Мы всегда готовы. Поехали. К знакомству с корейцами. Let's go. О, какая локация классная. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О, опять форма. Как ты любишь, как мы любим. Как мы любим. Так. Закончила. Да. Вот этот парень, да. Молодец, он прямо очень выделяется. Это было красиво. Ну, конечно, конечно, должны бежать в клипах. Без этого никак. Кожаные штаны, понятное дело. Кстати, сегодня тоже. Я сюда ее отбью. Эти костюмы, это... вынос мозга. Очень такая, знаешь, приятная песня. Twilight. Господи, это как... А это... Ладно. У меня в голове там сценарий сложился. Ребят, уважаемые подписчики, зрители, подскажите, пожалуйста, как зовут парня с низким голосом, с черными волосами? Это, знаете, такая худая мини-версия Джухон Вахана. Да, да. Очень похож на него глазами. Да, да, да.
Сразу видно, что мы сестры, да? Одного приметили сразу. Мне, знаешь, мне нравится то, что... То есть, это хорошо, я себе Джопу не махаю, ты себе этого отлично, хорошо поделили. Да? Никто не соглашался? Нет, это, во-первых, мы согласились. Никакой Джухон Махан тебе, знаешь. Ага. Ой, ладно. Итак, что первым мы заметили, кроме этого... Аполлона. Да. Два. Мини-версия. Локации просто вынос мозга. Это бомбезные. Где это снято? Это просто так красиво, блин, очень красиво. Красиво. Наряды. И тот парень, блондин, которого постоянно показывают, вот который глаза светит. Он очень выделялся. Да. Наверное, лидер группы. Может быть. Или фронтмен просто. Да, да, да. Или два в одном. Потрясающе, потрясающе. Очень крутой, очень, очень. Знаете, самое интересное, что бит музыки такой цепляющий, песни... Надо. Да, очень. И она прям засела в голове. И голоса. Ну, еще моего любимчика, еще не знаю, как его зовут. Низкий голос. Да, нам нужны все имена, их роли в этой группе. Кстати, рэп-лайн тоже не хилый. Да, вот это парень я заметила сразу, да. Мы ведем расследование. Как их зовут? Колобки ведут расследование. Ой, мне очень понравилось. Блин, сколько у вас крутых исполнителей. Знаешь, я объясняю, что наши подписчики очень крутые. Да. У них офигенный вкус. Нет, знаете, они слушают и смотрят просто. Мне просто нравится то, что они понимают, что нам нравится, и какое нам советуют. Это очень круто. Ребят, у нас связь. Вы молодцы. Спасибо. Спасибо большое за реакцию. Спасибо за просмотры. Не забывайте, что нам важно ваше мнение. Пишите нам в комментариях. Подписывайтесь на нас. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ставьте лайки. С вами были XMM. Любите нас, мы любим вас. Спасибо. Пока-пока.